Привет, дети ночи, и мы снова с тобой на канале Vampire Vlog. Собираемся слушать Кизару. Ты понимаешь, все очень серьезно у нас с тобой. Я тебе расскажу об обновлении. Самом важном обновлении, которое только может быть. У меня наушники беспроводные. Это знаешь, что это значит? Это значит то, что мы с тобой можем качать, как сумасшедшие, без вот этих вот проводов дурацких, которые постоянно запутывались. В общем, это находка в любом случае. Я их очень долго настраивала, пыталась подключить. В итоге я подключила. А настраивала я очень долго. Прям я думала, сейчас быстренько сяду, сниму, все будет отлично. Ага. В общем, мы с тобой сегодня будем слушать бандану полностью. Будем слушать 99 проблем и все подряд, и будем выбирать с тобой топчик. Я думаю, у тебя уже есть свой топчик, ты слушаешь этот альбом с 15 октября, я слушаю этот альбом сегодня. Первый раз в 2022 году. Никогда не поздно начать. Ну что, давай поехали. Я хоть вспомню про Кизару. Ну, знаешь, на самом деле Кизару я послушиваю иногда, он у меня в наушничках играет, и новое творчество у него появилось, это хорошо. 99 проблем, а Кизару Big Baby Tape. Мы с тобой уже слушали, послушаем еще. Настал моего он судный. Я не жму им руку, я не дружелюбный. Какой ты нахуй джи, твоя банда лизоблюд. У меня новый соус, они горят, чекнуть мое блюдо. Сука, в чем дело, эй, сука, в чем дело. Это, блядь, взяло, блядь, мой член и запел. Багажники первые, я скинул им целые. Они приходят ко мне, я скинул им цен. Скажи спасибо богу за то, что ты целый. Кто эти фрешмен, ярпы, как целый. У меня есть вес, и он тяжелый. У тебя есть вкус, прости, он дешевый. 99 проблем, Джей-Зи. Я пришел, есть дёрдый, я пришел. Шел с грязи, он хочет стригать, но не сможешь купить. Есть вещи, которых ты не сможешь купить. Нах локдаун, сука, get down. Соло виска, клик-клэк, пиу-пау. Мама, don't cry, кого-то въебал. Пару пинтли на Илова на PayPal. Чапа goes drain, drain, bang, bang, bang. Футя бэнс на кьюболинга, джуни дэнг. Мне скажешь, эй, сука, в чем дело? Лучше завали ебало и займись делом. Сука, в чем дело? А, сейчас, сейчас, походи. Эй, сука, в чём дело? Сука, в чём дело? Ай, 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 сука, в чём дело? Ай, 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 сука, в чём дело? Чём дело? Ай. Сука, 99 проблем. Нахуй, 99 проблем. Ты не мой белый хоми, ты не мой чел. Чап в моих джинсах и еще мой член. Я гадаю с кем, я гадаю с гэнгом. Я был в Барселоне, мы там слагали с Олегом. Сука, what's up? В чем дело? Не ебать, сука, если она не слева. Мои пачки весят много, не могу ходить прямо. Монограмма Луи, мой ремень от Феррагамо. Не кончаю, сука, нахуй, бэйби, мама, драма. Дама, дама, так живем, я никогда не перестану. Чукать этих белых на их кэш, лил бич. До сих пор тейп, до сих пор худрич. Белый как клич, как белый кирпич. Две суки рядом выглядят как сэндвич. Дела на блоке, не налично. Делать лямы ощущается отлично. Много драгов и наличных. Гей, босс, твой, сука, ты спалил меня с поличным. Я сделал вид, что в этом нет ничего такого, и я сказал тебе. Сука, в чем дело? Эй, 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 сука, в чем дело? Она вот такая высокая. Подожди, стой, стой, уже? Походи, стопы. О, понимаешь, мне уже сразу... Не, подождите, стопы. Давай по классике нашего с тобой жанра. Я вот, видишь, у меня тут все работает, уже включено. А, ох, наши серые вкладыши, которые появляются справа. У меня на ноутбуке, видишь, я как опачки. Могу и больше, и меньше, в общем, все подряд. Так, эй-эй-эй-эй. И что? За несколько дней до релиза альбома, а именно 19-го... Подожди, 15-го же. Ладно, я все перепутала. На неизвестном YouTube-канале была запущена трансляция, которая стала онлайн-презентацией альбома и прямым эфиром со съемок клипа. Хорошо. Примечательно, что трансляция велась без звука и продлилась чуть меньше 9 минут. А единственным звуком из него стали именно интро этого трека. Хорошо. Но само же мероприятие было, были приглашены фанаты, которые сумели получить бандану. Бандану, такой бандану, да, на сходке в Москве. Им прислали приглашение после того, как они оформили заявку с QR-кодом. Да?
Тот самый или другой уже? Ну, короче, в любом случае, это день настал, мать его, он судный. Но то, что альбом вышел, да, стопудово. Как сильно рэперам удалось привлечь внимание к релизу альбома? Это действительно так. Изначально релиз планировался 15 октября. Я же помню, у меня этот день был особенный. 15 октября. Что-то особенное. А, потом я короной заболела. Поздравь меня. 15 октября, потом числа 17, все, она уже пришла. 15 октября надо было меньше кутить. Так, 21 года, поскольку бандана была недоделана, артисты решили перенести релиз, что привело еще к большей шумихе. А стоит отметить, что Кизар не в первый раз использует подобный термин «судный день». Ну, у него даже песня такая была, мы с тобой это помним. «Я не жму руку, я не дружелюбный». Какой-то, да, «Джи, твоя банда лизоблюды». «У меня новый соус, они хотят чекнуть мое блюдо». Ну, негативно то, что Олег высказывался об абонентах, мы с тобой уже знаем, в своих релиз практически в каждом треке можно найти что-то подобное. Можно. Нужно. Понимаешь? Это странная фраза «можно». Должны. То, что мы слушаем, и сразу видно. Так, на этот раз Кизару высказывается о банде своего опыта, как о лизоблюдах. Рэпер утверждает, что такие люди всегда готовы предать, переключиться на других людей. Им интересен, им не интересен и соус на сленге стиль, а также его новые релизы, блюда. А, хорошо, прикольно. У меня новый соус, они чек-то хотят чекнуть мое блюдо. Хорошее блюдо, первый курс, так говорится, очень даже неплохой. Да-да-да, круто. Так, следующее, 99 проблем, вот, 99 проблем Jay-Z, мы сейчас с тобой чуть-чуть, мы с тобой не будем на этом долгом останавливаться, потому что ну зачем, а, даже так, нифига себе, вероятно, вдохновением для этого трека послужил один из главных хитов Jay-Z, 99 проблем, мы с тобой на Not English Person I Roll, спродюсированный Риком Рубином, Get the Game, в котором Jay рассказывает историю о том, как его машину остановил полицейский и начал незаконно обыскивать. Вообще, а Jay-Z-то, между прочим, очень серьезный тип. Так, ладушки, давай мы сразу я тебе... Вот мне там фразочка... Вот это, можно еще? Вероятно, ну да. Вероятно, это повторение той верхней. Я был в Барселоне, мы там с Вегали, с Олегом было такое. Они что-то даже строили. А я еще в этот момент, помню, была, что-то я смотрела. Я еще, знаешь, сам прикол, возможно, я неправильно поняла, мне прям... казалось, что они брали молоток, гвозди и доски и прям стучали, строили. Я же, знаешь, я, может быть, перепутываю что-нибудь, но в любом случае думаю, фига себе, какой серьезный подход к делу. Видишь, все оказалось не так. Ну, то, что маму драму, ну, то, что я... Да. Подожди, стой. Егор. Пик Бэйби Тейп Егор. Будем знать. А половых связь с девушками легкой поведения, во время которых он не... Нифига себе, risk taker, да, раз у нас 99 problems on risk taker, девушка забеременеет, то он ее бросит, зачем она станет бэйби-мамой, мать-одиночкой. Не знаю, бэйби-мама, она у кого, как в каких песнях, как и значится. Бэйби-мама у Тимати это бэйби-мама, тут бэйби-мама это мать-одиночка, у кого-нибудь бэйби-мама инфантильная мамка, ну, короче, знаешь, как тебе нравится, так и пой. Ну, короче, я хочу слушать дальше. Не будем останавливаться. Значит, следующая песня у нас So Icy Ni Hao. Тоже есть текст, будем слушать. Поехали. Фига себе, на что. Пулап на твой зад, черепахи кавабанга. Пули на доставке, горячо, как чимичанга. Не хожу вокруг да около, я скажу им прямо. Я стою много, где-то 150 лямов. Сделал bounce back, bitch, я сделал bounce back. Я глок, громкий толп, это loud pack. Я бегу за сумкой, мне даже не нужен трек. Coming out, bitch, я влюбился в этот чек. Я в Агали белый, она влюбилась в этот член. Я реальный белый, big deal, phantom man. У неё большая жопа, я кинул неё бэнд. У тебя большой дом, давай сделаем там бэндо. Я сказал бэндор, lil bitch, это trap house. Ща это бит, он раньше был пентхаус. Шагаю быстро, я типа big stepper. Пали мой нек, бррр, мой фристинг, мой чек, бррр. У меня нет пресса, я мелим белли. Мы окажем на них пресс, бензо Макавелли. Весь твой лёд, фэн, не ты прости. Молодой ледник, да, so icy. Новый квартал, это мой аккаунт. Лор рап, шур рап, хоми сделал фрау. Хоми сделал клэп, пули говорят капау. Суки из Китая, они говорят нихау. Новый квартал, это мой аккаунт. Лор рап, шур рап, хоми сделал фрау. Хоми сделал клэп, пули говорят капау. Суки из Китая, они говорят нихау. Как я ебу и всех просимал, так нельзя. Потерял глаза, взорвал кассеты бирюза. Их рэп хуйня, скажу прямо я предвзят. Знаю, кто заказчик, знаю, кто организат. Есть те, по кому скучаю, уже на небесах. Есть те, кого я уже не вернул назад.
Полчища крэкхедов, мейтропат и зигурат. Полчища андеров, ДЛК и мультибары. Со мной азиаты, мои братья из триад. Щу, пищи, хау, мы толкаем препарат. Это здорово, там драм, джиз, ап и хоуз даун. На мне цепи, я спал, я неделю не спал. Они только родились, я пришел к ним на спам. Показал им стекал, чикр, па-па-пау. Он не убежал, потому что пирожок. AK-47, игл, удлинил рожок. Новый квартал, это мой аккаунт. Лор-рап, шур-рап, хоми сделал клэп. Хоми сделал клэп, пули говорят капау. Суньки из Китая, они говорят нихау. Новый квартал, это мой аккаунт. Лор-рап, шур-рап, хоми сделал фрау. Хоми сделал клэп, пули говорят капау. Суньки из Китая, они говорят нихау. 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 Хорошая. Тун-тун-тун. Мне понравилось. Знаешь, что мне понравилось? Потом тун-тун-тун. Потом турурурурум, 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 турурурурум. Знаешь, такой какой-то симфоничный трек. Прям симфоник рэп пошел. Ну, в любом случае, окей, хорошо. Я сейчас быстро посмотрю каплюшечку. Прям очень быстро, потому что классика жанра. Вообще, на самом деле, можем и менять наш жанр. Не будем текста читать. Да чуть-чуть совсем, каплюшечку. Не, вот это вот, блин, где же вот. Ой, мне так понравилось, сейчас тебе расскажу. Сейчас тебе расскажу, я найду. Вот, лор-рап, шур-рап, хоми стал фрот. Да, просто, знаешь, как поправим, типа load it up, shoot it up, load it up, а тут лор-рап, шур-рап. Прям с таким, знаешь, с толчками, да, вот этим вот диафрагмическим получилось очень хорошо. Еще там Олег что-то там, блин, ты знаешь, с таким придыханием, типа новый квартал. Вот я не помню, знаешь, а надо прям себе записывать, ставить на паузу, записывать в любом случае. Про что песня? So icy нихао. Такой ледяной нихао, типа неприветливый. Давай разберемся. Хоми сделал клэп. Вот, давай, вот 100% я тут пойму все. В припеве Тэп описывает ограбление, в котором участвует он и несколько его братанов. Хомис, мы это с тобой знаем. По итогу этого грабежа он получает 1 м. Эта песня сюжетная. Все очень серьезно, мне нравится. Ограбление парни устраивает каждый раз в новом квартале. Лори рап переводится как загружай это. А, лори рап, шур рап. Шур рап, стреляй. Мой, это еще лучше на самом деле выходит. Вероятно, речь идет о том, чтобы сложить сумки с деньгами в автомобиль для отхода. А фрод это предательство. Да, один из корешей Тэпа предал их банду. Нифига себе, тут прям, знаешь ли, криминальная драма разыгралась. Клэп на сленге значит кого-нибудь прихлопнуть. Хорошо, таким образом другой сообщник Егора пристрелил того, кто их предал. Вау, ну мне нравится, хорошее кино получилось. По итогу ограбления Егор получил деньги, но был вынужден скрываться от полиции и переехать в Китай, где он тратит деньги на легкодоступных девушек. Почему нет? Естественно, ладно, а на что еще? Ладно, у рэперов три, в принципе, направления, знаешь, вот по песням, таким прям классическим рэперским песням, три направления, чтобы тратить деньги. Девчули, таблетули и стиль. Стилек должен быть мощный, серьезный, интересный, в принципе, а куда еще деньги тратить, я не знаю. Ладно, ну, стиль имеется в виду, знаешь, вот так вот показывает своим опам, что и другим рэперам, что никто и звать нас никак, вы посмотрите на меня, девчули, я под коксом, еще под чем-нибудь, под самым дорогим, между прочим, вот, в принципе, так. И, повторюсь, из классических песен, да. А, ну и ружье, пушки, ну, про пушки, знаешь, в принципе, не так много песен про пушки. Но пушки есть везде. Так, ладушки, которые приветствуют его горяниха. Все понятно. А почему so icy? So hot, наверное, должна быть. Помимо этого, строки можно адаптировать и под музыкальную индустрию, в которой Гор каждый новый квартал получает еще 1 миллион рублей. Отлично. В это время его братан выстреливает массы своими новыми хитами, получается популярность. Отлично. Мы со всех рады, потому что он выстрелил вот этим синглом, мы его с тобой слушаем, и нам нравится. Так что поехали дальше, пускай так же и делают. Ну и так, следующая песня у нас Big Time. Сейчас я проверю, чтобы все по правилам. Да, все, отлично. Потому что я говорю, я настраивала пока. Уж умирала, думаю, блин, когда буду писать. Давай, удиви меня.
Самое главное в бизнесе – честность. Точность и трудолюбие. Семья. Никогда не забывайте, откуда мы. Спасибо, Шарни. В этом мире ты тот, кто ты есть. Одно из двух. Или ты человек. Или дерьмо, я вернусь, посидите. Трахнул на стрелку, вышел из тумана. Есть бичи, дуванья и шагами великана. Меня зовут Кизару, да теперь ты знаешь плавающий. Так много трипов, а тебе поднялась флага. Я большой нарк, что? Я живу ярко. Так кто принимаю парк, так мой груз ларго. Сколько я отправил за год, это загадка. Тихо, мам, не люблю, что люблю, когда идет глаз. Этот экстенд на мне висит палка. Больше арсенала, сука, чем у Тони Старк. Бандана, бандана, бандана дает мне свага, будто Джилл Сантана. Скрутил и пропан. В стиле кебана, балаклава наебал. Эй, не проникай, брана, эй. Я ношу драк, так что выпирал. Малфак, МБД, я трахну дочку генерала. Нахуй абонентов, хоу, нахуй федералов. На офшоры, на кайманах, я снабжаю наркоманов. Меня служат ранее, хоуми, да, я вырос рано. Вырос рано, газует, потому что думаешь, что рама. Ака из Ирана, прямо с Тегерана. ФСБ все парит, вылезая из телеграмму. Эй, вау, делай грязь, моя программа. Да, сынов, Панамеру, сухуя же панорамы. Разрядил клип в этого агала, они все охуели. Ну, давай, биточек. Слышь, мой грув, ты подсел на иглу. Это хоу, бля, на первом курсе МГУ. Это бэд бич, она хочет рандеву. Что? Первое свидание, я уже ее ебу. Как делал все трюк, теперь она в ауте. Делают трэп, они делают кант. Тихо, рэп, тихо. Я в рэпе как Гауди. Ух, на ней сдал, я богаче, набрать. Слышу их рэп, кэп, мэна не гонят. Детка террориста, она взрывает мой номер. Мистер Магу, мою фоджу на хроме. Полный набор, что ты хочешь, мой хоми. Двигал долг, да, мой хоми, двигал камень. Попнул за ним, моя форма супер сайн. Иностранный UFO, и он летает. Я подумал, что Кизару мы все ани. Payday, 47 AK. Хит он плага, это Дейкен и МК. Бейкинг соды на плетении, Uncle Ben's. Штаны кирпич, я Bob Square Pants. Чеки джинсы, чеки мой пенсек. Мои планы, планы сделать побег. Не играем, пока лечим твоих коллег. Целый комплект, ограбленный коннект. Слышал, ты снич, лил мышь, маус Микки. Курим как хиппи, я базарю как спикер. Вышел до магазина, на всякий взял блики. Просто чтобы они все знали, на мне пламя есть крики. Bad lil bop, она bad, она фрики. Мы ее пустили, bang bros, потом слили. Я пропустил весь колледж учителя, извините. Начиная строю башни с пачек выше, чем Москва-Сити. Big таймер, мой белый big таймер. Big таймер, да, мой белый big таймер. Был в яме, но ща ношу дизайнер. Занибар в стакане, он дрейфует как лайнер. Big таймер, мой белый big таймер. Big таймер, да, мой белый big таймер. Был в яме, но ща ношу дизайнер. Занибар в стакане, он дрейфует как лайнер. Да, спокойно. Прикольно, она более такая какая-то атмосферная, лиричная такая. Вот эти, за счет вот этих вот тум, тум, три, тум, ту-ру-ру. Мимо, все, короче, тун, тарару, тун, тун, тарару. И ты такой, да, еще знаешь, вот это вот видео на фоне заката, да, там что-то, я даже, знаешь, классно, что есть текст, это очень круто. Спасибо всем тем, кто участвовал в создании этого видео, это просто чудесно. Но в Genius больше написано, поэтому мы с тобой все равно посмотрим чуть-чуть, да, Big Timer. Что это значит? Мы с тобой сленгом владеем в совершенстве. В самом совершенстве, даже не сомневайся, но Big Timer мы не знаем. А я не знаю, ты да я не знаю. Меня зовут Кисару... Кисару. Ты этого не слышал? Кизару, да. О, Господи. О, дьявольски. Все как надо. А успел стать дилером. Цинический псевдоним Кизару, да, мы знаем. Да. А, заявление самого артиста. Хорошо, отлично. А, больше арсенала, сука, чем у Тони Старка. Да, больше. Именно имеется в виду оружие, пушки и все такое. Ну да, в принципе, так оно есть. Давай насчет. Ну, здесь тоже, скорее всего, какая-то разборка. Удлиненный магазин экстенда. Агал безбашенный человек, пофигист бесстрашный. Хорошо. Так безбашенный или бесстрашный? Ну, короче, и то, и другое. Агал. Стик-палка. Ну, стик, да. А ссылка на самую первую совместную работу Кизару Stick Out. А мы с тобой слушали? Мы с тобой ее слушали, по-моему. Да-да-да-да-да, там еще два пистолета было черных. Все, я вспомнила. Палка на мне, это стик. Смотри, как обойма висит. Да, вот не хватает вот этого. Сука, чем делал? Тут везде уже висит. Это стик.
Это же топ, это его стиль. Кто сомневается, тот не понимает. Стиль. Да-да-да, я, кстати, ты знаешь, включила проверять строчку, песню. Включил, значит, а мне реклама рассказывает, что у какой-то Ангелины появился кот. Я поняла, что у Ангелина молодец, надо отблок ставить. Короче, поставила отблок, и ты не узнаешь, что у Ангелины появился кот. И чтобы заказать для кота миску еды, ты можешь воспользоваться услугами доставки. Я знаю, ты нет, потому что отблок у меня отключен. Так, вот, бигтаймер. Все, мы сейчас это посмотрим, пойдем дальше. Егор повторяет ритмику и частично припев песни Shoreline Mafia Big Time. И этим отдает дань уважения песне исполнителю, которую мы не слушали. Ну, я не слушала, ты, наверное, уже послушал, ты молодец. Вот тебе плюс, а мне минус. I'm a big timer, I rock all designer, I slid through your hood, but a nigga couldn't find you. Хорошо, послушай потом с тобой на досуге, как-нибудь потом. На стриме. Не знаю, наши стримы будут, но попозже немножечко, надо чуть-чуть воскреснуть. Вот воскреснуть чуть-чуть, вот воскреснем и пойдем. Так, значит, следующая песня. Мы теперь с тобой будем слушать Dirt. Слушай. Давай на весь экран, давай, друг, не тупи. Он тупо отнюшка. Окей, спасибо. Вот, тревожный хиток. Продавал меф, но не нюхал меф. Новый клиент, это был неф. Они пиздят, это рэп кэп. Делал котлет, я прыгнул хеллкэт. Прыгнул в Каспер, это Rolls-Royce призрак. Твой хоми умер и теперь он призрак. Этой фотосъемкой мы убьем тебя на камеру. Захожу в шалаву и стою двумя ногами. Не хожу в бар, у меня есть бар. Мы пьем неф, сука, мне нужна бар. Новый флоу, ты можешь взять старый. Хочешь меня ёбнуть, поменяй планы. Это, короче, типа, я тут развиваюсь, и ты, если ты меня, так сказать, копируешь в своих песнях, ты рэпер, копировальная машинка, то бери мой старый флоу, у меня свой новый. Если это мы с тобой, вообще, это понятно, без проблем. Рэп, деньги, деньги, проблемы. Нахуй рэп, деньги, на кухне есть белый. Свел, о чём дело, пачка как лего. Голубые купюры, голубые, как небо. На Пандору, на запястье карте. Я не верю тем, кто о нем в дерьме. Дерьме, дерьмо, я в этом дерьме. Дерьмо богатым на рэп дерьме. Делай грязь, не жди, не жди. Откинь, нагнись, тряси, тряси. Оу, шит, оу, шит. Оу, шит, оу, шит. Делай грязь, не жди, не жди. Откинь, нагнись, тряси, тряси. Оу, шит, оу, шит. Подожди, откинь, нагнись и тряси. Это мы, я не буду делать поспешных выводов, и выдовов тоже не буду делать. Мы с тобой почитаем Genius. Я надеюсь, там написано. Откинь. А, что-то откинуть, нагнись. Ну, короче, в любом случае непонятно. Что в моем стакане каудин, каудин. Я могу поймать ауди, ауди. Что в моем стакане там лин. Никодем, я на трапе один. Дорогой запах. Chevrolet Tahoe. Твоя сука ест дешевле, чем тако. Тако мой догер, моя собака. Я притащил япа, дай тапшат. Твоя дочь тут, она просит мой Дает мозги, я ценю ее ум. Любит мой свэг, она любит мой грув. Я тупею в море, я тупею как груд. Индустрия полна лаймов, я не могу понять их. Твоя, блядь, трек, я запрыгну на бит. Она сосит мой член, я не сосу ее клит. Она мой тип, я люблю ее вид. Моя гранка принцесса зуба. Не могу держать член. Слишком стана. Много члена тут в этой строчке. Делай грязь, тряси свой зад. Прыгай на член своей пиздой. Пиздой, бойфренд, просто брок-бой. Брок-бой, мы с тобой знаем, нищеброд. Блин, тут про какой-то тверк. Если тут про тверк, то я так и скажу. Но мы с тобой почитаем. Я говорю, нагнись, отодвинься, потряси и делай дёрт. Ты эс-бой, бой-фак-бой. Он там внутри, он жив, как Зоя. Не буду дых, я люблю больших. Ты с пиздой, делай маш-бит. Маш-бит, Рик Джейнс, супа-фрик. Меня не супер-фил, я дал и супа-дик. Супа-тейк, делай грязь, не жди, не жди. Откинь, нагнись, тряси, тряси. Оу-шит, оу-шит.
Нет, это не про... Видишь, я не могу... Ты на меня сейчас орёшь, говоришь, не выключай! Я не могу, мне интересно. Тут точно не про тверк, потому что тейп, делай грязь, типа себе. Делай грязь, не жди. Грязь — это, наверное, самый жесткий рэп, который всем зайдет. Просто топ! Вот как-то так. Откинь ноги и стряси, для меня закатка. Вообще капец. Делай грязь. Не жди, не жди, откинь, нагнись и тряси. Оу, шит. Ну да, почти. Мне понравился такой ту-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру, ту-ру-ру. Она очень энергичная, драйвовая, и она загадочная. Знаешь, песня просто загадка. Что там надо, кто должен трясти? Чем? Что нагнать надо? Нагнуть. Короче, ты понял, очень много вопросов. Песня такая дёрт, грязная. Про все такие матюки. А, блин, он умер внутри, он жив как Цой. Хорошо, Рики Джеймс, суперфрик, не могу удержать, да. Мы не будем с тобой все читать, ибо зачем? Мне интересно, ну что это такое? Непонятно. Короче, давай сами тогда думать. Возможно, здесь где-то в этих... У меня желтый, да? В высветлениях есть ответ на мой вопрос, но мы с тобой слишком просто для этого. Делай грязь, не жди. Вот, это 100% про это. То, что делает суровый рэп, который всех там в шоке, вот это глаза, знаешь, дети 18+, не слушать, мамки там, уши закрывайте. Своим детям, да, до 12 лет, если они слушают, да. А вот откинь, нагнись и тряси, это какой-то прям... Да, но я тебе говорила уже, как будто это какой-то девчуле говорят твергать. Откинь, нагнись и тряси. Трясти, чем еще можно трясти в контексте шлюх, кокса и пушек? У меня другого варианта нет. Это, да. Короче, пиши свои идеи в комментариях, я не знаю. Ла-ди-да-ди-да. Отличная песня. Ла-ди-да-ди-да. Сейчас послушай. Ла-ди-да-ди-да. Фига. Фига, какая-то загадка. Это карма, сука, правда, это жизнь полная хардкора. Иду так долго, вся жизнь, как бесконечный коридор. Это мёртвый мюзик бич, и я в ней мародёр. Шептал тебе на ухо, но теперь, сука, умён. Ему не нужен твой совет или упрём. Я видел, сука, наркота, уши не прём. Я хотел бы посмотреть, как тает лёд. Хотел бы друга, потому что я замёрз. Куча банкнот, деньги дарят комфорт. Я сипую вок, они сипуют компот. Деньги мой корм, и мой чапа поёт. Я читаю за двор, моё слово закон. Я проснулся рано утром, правил двух малых на горло. Но не помню тебя, белый сын, ты лопнешь как попо. Мы представляем это дело, лучше кореш мистер Клок. Они не поняли намёк, достаточно я готов намёк. Да-да-да-да, сучка крепины, я лёрки. Дым от уджи растворился в мыльке. Ибу твою шалаву падла, она в этом пёрке. Как ты отомстишь, бой, если б... Но я не считаю, хуйня читаю о том, что мне знакомо. Даже когда меня не станет, бич обо мне замолвит. Трафик нон-стоп, как будто это Медлин. Я и мой хоуми, мы на другом левеле. Биг картельщик, я задолжил фелони. Никаких задержек, мы приходим первыми. Обиды илос, но это не мигос. Не прошло минуты, я влетел и скинул килос. Эти рэперы, где вы взяли, скажи на милость. Айфил Рому, тёпу в твои белые, и все слились. Он мне говорил, чтобы подъезжал в центр. Я кулаком к ним сразу сделал акцидент. Зачем они газуют, я залью всех цемент. Хочешь работать с нами, бич, тогда плати процент. Ла-ди-да-ди-да, сучка крепины, я лёр. Дым от уджи растворился в мой кровь. Ибу твою шалаву, падла, она в этом пёрке. Как ты отомстишь, бой, если будешь нахуй. Вот эти, знаешь. Красиво. Красиво, она философская. Сейчас сразу мы с тобой жмяки. Да сейчас, подожди. Блин, какие у нас большие планы. 14 песен, офигеть. А какой там, сколько мы обычно слушали? Ой, я даже не помню. Ну, короче, будем вспоминать. У нас с тобой много альбомов, там я подвыбрала. Короче, знаешь, перед тем, как я расскажу тебе про эту песню, расскажу тебе еще раз про планы. То, что альбомы, наверное, будем прям писать вот так вот, да, серии красивой такой. А стримы. Я взяла камеру себе, на самом деле, тоже для стримов. Не ту, прикинь. Я, значит, такая умная. Смотрю на камеру, говорю, вот она, моя камера. Взяла ее. Она приходит. Я говорю, круто.
понимаю то, что двух букв нет в названии. Я сравниваю ту камеру, ту, которую я хотела. Я понимаю, что из этих двух букв я купила не то. Я думаю, сука, в чем дело? И в итоге, ну, она тоже хорошо, на самом деле, снимает. Но, а вдруг та бы снимала лучше? Ты понимаешь? Все, хотя цена у них одинаковая. Короче, ты понял, все. У меня проблема. Да. Ладно, песня, она очень... душевный, да, вот за счет вот этих нот, да, тун-тун-туру, да, туру, а там еще были такие нотки, ту-ту-туру-туру, да, такие, они ненавязчивые, они были тонкие-тонкие, и тем самым как бы подводило к такому состоянию, какой-то, знаешь, тоски, грусти, да, меланхоличности, да, будем так называть, и плюс еще он поет про свою жизнь, да, карму, про наркоту, там я услышала немножко. В любом случае, это про себя, да, будем расценивать, что наушник садится. Ну, значит, будем сейчас это, с шнурами. Я говорю, у меня наушники эти тоже 2 дня, поэтому я в них ничего не понимаю. Что-то там завещало хорошо. Вот, прикинь, даже встала посмотреть, мне не знаю, что это за... Вот именно этот наушник, он орет. Ладно, бог с ним. Дьявол с ним, все подряд с ним. Не орет, этот не орет слово. Вот. И он поет про свою, про свою жизнь. Видишь, давай почитаем вот это. Она не прет, я хотела бы посмотреть, как тает лед. Хотел бы друга, потому что я замерз. Да, вот я сейчас тебе расскажу. Прикольно просматривать такие песни, когда они начинают делиться своими переживаниями, да? Мы все равно не можем сказать наверняка, что это он про себя. Лирический герой, мы с тобой договорились еще тогда. Но на протяжении всего жизненного пути Олега ему встречались крайне разные люди, которых по итогу осталась совсем малая часть, поскольку все остальные оказались предателями. Но это естественно, потому что сфера жизни такая, знаешь, это... Да. Самый яркий пример, один из лучших друзей сдал его в полицию, Олегу пришлось бежать в Испанию. Мы это все помним, мы это все смотрели. Рэпер прошел через такое большое количество испытаний, что его уже не берут наркотики. Да, то есть вот... душевные терзания, тревога, депрессняк, если есть, да, и это принимаю наркотики, чтобы хоть как-то немножечко себе успокоить, получить это ощущение теплоты, да, вот я сейчас расскажу, на самом деле, прикольный такой расклад, тоже прочитала, что вот и наркотики, и таблетки, например, это можно определить, знаешь, ну, таблетки типа успокоительные, антидепрессанты, что вот есть люди, они меня, сука, не понимают, да, вот кто, и вот кто угодно, там, я, ты, можешь, да, да, есть люди, которые не понимают, которые тупо могут навредить тебе психологически из-за каких-то своих тараканов, да, могут сорваться, когда ты психологически неустойчив, тебе хочется, чтобы все было нормально, чтобы все было ровненько, да, но есть люди, которые просто могут тебя задеть, потому что они нет настроения, либо просто потому, что вот они даже не знают, что тебе это заденет, по глупости, да, вот по, не знаю, как это назвать, и в итоге тебя состояние, что ты, блин, где человек, который меня поймет? И ты так плавненько берешь, принимаешь там наркотики или таблеточки, или там еще алкоголь, и оно тебе дает мнимое ощущение, мнимое, не настоящее, что вот это вещество меня понимает. Оно никогда не пошлет меня в эротическое путешествие меня не пошлет, как никогда не будет предавать, никогда не предаст. То есть оно дает эффект, и все. То есть вот это есть мой близкий друг, да. И ему холодно, потому что он чувствует одиночество, да, то есть одиночество вот это, меня не понимают люди, господи, да, где такие, они чисто могут задеть даже без какой-либо инициативы своей, да, то есть у них не было в голове желания тебя вот там уничтожить морально, но они так сделали, потому что вот как-то так произошло, да, естественно, ты бежишь к таблеточкам, либо к наркотикам, либо к алкоголю, как тебе нравится, а тебе никак не нравится, Серьезно, тебе нравится ПП и ЗОЖ, здоровый образ жизни. Я тебе серьезно говорю. Сам же артист уже высказывался по этому поводу, рассказывал о правилах жизни, которые гласят, что доверять никому нельзя. Мы это с тобой знаем, да. Обожженный, укушенный будет ждать укуса и ожога отовсюду.
куча банкнот, да, деньги дарят комфорт, да, есть такое. Деньги мой корм, и мой чопа поет. Хорошо, ладида, да, сучка Крипин и Леркин. Крипин этот ползти, Леркин прятаться. Трафик на стоп. Я не читаю фигни, я читаю о том, что мне знакомо. Даже когда меня не станет бич, обо мне все замолвят. Трафик нон-стоп, как будто это Медели. Я и мой хоми. Скорее всего, это Big Baby Baby, да? Так, один... Олег производит наркотики постоянно, нон-стоп, без остановки. В свободное время занимается написанием музыки. Хорошо. Свою продуктивность Гизару сравнивает с одним из самых крупных колумбийских наркокартелей. Хорошо, Медельин. Будем знать. Нам это не надо, но мы все равно узнаем. Я хобби, мы в другом левеле, уровне Big Cartel Shit. Я задолжал Фелони. Фелони — это бандит. Бандит. Никаких задержек. По-моему, Фелони. Да, какой-то прям жесткий бандит. Никаких задержек, мы приходим первыми. Да. То есть припев, самое главное, ла-ди-да-ди-да. Вот непонятно, почему мы такие фразы. Ла-ди-да-ди-да, так, ну... Ну, в любом случае, песня, она такая дежовая была. А дым от OG растворился в моих легких. Да, твою подружку, падла, она в этом перке. Как ты там сидишь, бой, если будешь мертвым. Ну, да, здесь классика рэперского жанра. Я твою девчулю снял, и она меня любит больше, чем тебя. Вот такой вот я успешный, уникальный. Так, едем дальше. У нас с тобой миллион. Я надеюсь, ты не умер? Сейчас проверим. Не, реально, ты знаешь, этот умер. Сейчас мы его подзарядим. Да-да-да, я понимаю. 100%. Вот она прям... Подожди, стой. Да... Зачем? Сейчас сразу давай тогда включим. Прикольно, она такая... Let it go, let it go, let it go, let it... Она такая, знаешь, активная, за счет под бит попадает текст. И Кизару там мне часть понравилась, она такая, знаешь, как бы скользила, знаешь, такой... Блин, как это... Это, знаешь, в вокале как-то красиво называется. Ну, я не помню. Слайд, давай, знаешь, слайд на английском это... А, скользкая дорожка. Ну, не скользкая. Да, это еще и троп. Короче, а что происходит? Что происходит? Сейчас проверим. Все нормально. Все нормально, проверено. Проверено, досмотрено. Так, я видел, сколько... Столько наркота уже не прет. Подожди. Мы это смотрели. Спокойно. Нам нужно посмотреть. Миллион. Ну, там про деньги. Но... Я говорю, она движёвая такая, тун-тун,
Тун. И как раз вот эти вокальные линии, да, вот эта вот читка, она тоже подходит под этот бит, и в итоге все это вместе соединяется, и получается такой замечательный composition, да, и в итоге оно как-то заряжает. Знаешь, я бы такие песни, такую бы песню слушала, пока иду куда-то, да, она прям включила и пошел быстрее, прям такой тун-тун-тун, да. Если предыдущая песня была такая лиричная, она больше посидеть, погрустить, да, либо медленно идти, то такая она для тусовки. Очень классная, очень модная. Для модной тусовки мы на другие не смотрим. Так, ладушки, I'm high, ну, я под наркотой. I'm high — это... Get high — это... Да, то самое. Ooh, mama, I'm a hot to kill, hot to kill, hard to kill. Ой, мне так нравится эта песня, на самом деле, но мы не об этом сегодня. В песне сэмплируется сразу два трека. Да. Smoked, да же, так, нифига себе. У Тэпа тоже есть множество отсылок к строчкам 36 Mafia. Блин, прикольно, я даже и не знала. Ладушки. Вот это то, что много денег я беру. Easy come, easy go. Английская идиома. Ее русский аналог — как нажито, так и прожито. Хорошо. Бог дал, Бог взял. Хорошо. Судя по контексту, Тейп хотел сказать, что его деньги уходят так же легко, как и приходят. И он не переживает по этому поводу. Если не переживает, пускай. Да, если переживает, то надо срочно что-то менять. Это главное правило, знаешь. В психологии есть правило. Не болит, не лечи. А, и вообще везде такое правило, да, работает — не трогай, если это по какой-нибудь там технику и все такое. Ну, ты, конечно, ты понял суть, да? Также нельзя обойти трек, сторонний трек года Touch MP. Ой, знаешь, вот это вот треки, ты, конечно, можешь меня ругать за то, что я не знаю всех этих классиков, но я... Ты знаешь, я слушала другую музыку, вот сейчас вот мы с тобой, ты мне помогаешь активно внедряться в это, так что мне хотя бы для начала в это. Там уже дальше, там уже потом, если вдруг сильно понадобится, если ты вдруг скажешь, что Алена, тебе срочно нужно послушать эту вот God Attaching Part 1 от Triple Six Mafia, ты спать не должна. Ты, в принципе, не спишь. Ты есть не должна, пока ты ее не послушаешь, вот тогда я послушаю, да. А пока от тебя сигнала не будет, я спокойно. Спокойно. Так, делай деньги нафиг, fame. Lil Bitch — это мой месседж. Ну, хороший месседж, да. Следующий трек Егора — Fuck Fame, Get Money. Который, возможно, который означает, что не люблю базарить долго, я скажу, короче, делай деньги нафиг, fame. То, что, конечно, знаешь... Деньги, они всегда хорошо, а фейм, он может быть и безденежный, да? Как бы фейм, а денег нет. Вот где они? Не знаю. Все, по всем, как сказать, знаменитый человек, под ним всегда стоит компания, команда, да? Команда, которая работает, помогает распространяться, там еще что-то. Если ты музыкант, то там целая куча специалистов, то деньги, он получает вот этот вот кусок и раздает всем. В итоге, пока я раздал там стилисту, помощника стилиста, заместителя помощника стилиста, там, звукачу, заместителя звукача, а помощнику заместителя звукача, то у него уже будет минимум, и он такой, и что? Да, уж лучше деньги, ты со мной согласишься, да? То, что трусы от Burberry, это очень хорошо. Ну, в общем, в любом случае мы поняли. Let it go, отпусти и забудь. Отпусти и забудь. Хорошо, мы поняли с тобой намек. Теперь можем слушать песню Five Nights Crazy. Смотрим. Кстати, это Five Nights at Freddy, да? Вот вышла новая игра. FNAF. Да-да-да, все. А тут Five Nights Crazy. Хорошо. Сами дыша лава, да, с одними именами. Загадаю лям, когда я буду между вами. Загадаю рейв с новыми ключами. Группе и стаканы, что мы делаем ночами. Я провел на зоне 5 ночей, 5 дней. Не звоню тебе, но со мной все окей. Я не о паре, я не думаю о ней. На мне этот лед сделай меня холоднее. 5 ночей, 5 дней. Дней, дней, дней. 5 ночей, 5 дней. Дней. Шалава, на них разные наряды. Никаких загадок, хоу, это не шарай. Одна играет с хуй, другие с ними шарай. У нас куча шмаль, у вас куча шваль. Какие? Да, я знаю, что вы ждали. Стой на месте, мой хоми на кинжале. Упс, пять ночей длиной вечности квартал. Как они стонали, как они кричали. Мы играли на их пусиках, будто на отдали. Я играл на этой пусиках, будто на отдали.
планетарий. Я пронес кучу долгу, да, прямо в планетарий. Я не слышу его, он обычный пролетарий. За мной Big Baby, значит криминал в паре. Пять ночей, пять дней, all дамы в полном хламе. Пять ночей, пять дней, пять ночей, пять дней. Пять ночей, пять дней. Да мне нужен отель, мы останемся в ней. Все, подожди, спокойно. Пять ночей, пять дней, я готов делать это весь день. Весь день. Караты бьют брюсли. Утром ем перки, не завтракаю мюсли. На полу дюсы, после мали грустно. Я сияю пиздец, они сияют тускло. Эй, раунд два, раунд два. Да мне так поебать, что он базарит на меня. Кину на него этот лям или два. Эй, белый, what's up? Белый, как дела? Бип-бип. Дайте ключи на мой джип, да, стоит дохуя, ношу только дизайнер щит. Если ты реальный, сука, будь, я не делаю вид. Пять ночей, пять дней, кинь бензо не спит. Это меня, или там был пробел? Но она модная, знаешь, модная в смысле вот это ту-ту-ту-ту-ту. Туда ты скажешь, что с тобой не так, скажу, но я пыталась повторить. Блин, дай мне расчувствовать вот эту вот эмоцию, вот это вот. Блин, она какая-то, знаешь, я бы представила себе, как ты и я в кабриолете сидим, едем мимо пальм на фоне, вот, да, машина, на фоне закат такой красивый, рыжий-рыжий. И там пальмы и близко, и далеко, идут люди в купальниках, такие веселые. У нас с тобой куча денег, а мы с тобой едем. Вот, вот, знаешь, вот такая песня. Такая солнечная, солнечно-вечерняя под закат. Когда в жизни все хорошо. Вот прям супер. Так, что там дальше? Угу, да, посмотрим. Это у нас что за песня была? «Пять ночей Crazy». Хорошо, очень хорошо, скажи вам. Так, ну, две основные. У него, у того две, у того три. Блин, прикинь, под эту песню особо ничего не было. Бип-бип, дайте ключи на мой джип. Да, наверное, знаешь, я думаю, что эта песня вот как раз подходит под такое, потому что... А, блин, как же называется этот инструмент? Фиг знает. Но в любом случае, вот такие ассоциации он называет. Если у тебя есть какие-то ассоциации еще дополнительные, то пиши. Но они в этой песне рассказывают, что все у них супер, и что девчули там тусят, они страшные весь день, и всю ночь могут. И даже пять ночей, и все очень крейзи безумно. В общем, хвалится. Поехали дальше. Earbody Sleeping. Все мои собаки тут, все мои плохие суки тут. Слышу, как деньги меня зовут. Тут никто не знает, как тебя зовут. Все спят, когда ты говоришь, все спят. Все спят, все спят, когда ты говоришь, все спят. Все спят, пока ты говорил, все уснули. Молодой тейп, ну и хули. Появляюсь, суки, и теперь они проснулись. Обувной бич, они... Блин, она, вот эта песня, она на самом деле меня, это, вводит в транс. Вот за счет ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, ты ж такими маленькими-маленькими. Это не колокольчики, нет. Это ксилофон как будто бы. Сука, папа наебала всю команду. Она дала стоя, отсосала всю команду. Эра, сука, папа наебала даже Монтану. Эра, сука, пап, а.к.а. наша лава. Она пап, она пап. Оближи меня. Сука, делай лэп-дэнс, дэш, нон-стоп. Твоя штука, бап, я оттрахал целый блак. Вау, я всебу твой отряд. Пап-пап-пара-пап, пап-пап. Они хотят понять, как так. Не теряю время, тик-так. Толстый стэк, тик-мак. О нет, ты не пики и пак. Вокруг нас, конечно, пиздяк, как ровно. Нахуй все, что я хочу, это только плохо. Эри белые не хотят бифа. Деньги кричат, твои говорят тихо. Реально, у меня она сейчас усыпит. Мы на Карибах, большие тарифы. Травнул твою тать, у меня татухи наебали. Копы следили, но мы их наебали. Лади, дади-дади-дади. Нахуй твоя банда, ведь все они бляди. Мама, I told you, твой сынок soldier. На допросе Олег сидит молча. Надену ски мэс, приду к тебе ночью. Найди пять отличий барыги и торча.
Все мои собаки тут, все мои плохие суки тут. Слышу, как деньги меня зовут, тут никто не знает, как тебя зовут. Все спят, все спят. Блин, ну вот в этом смысле очень даже прикольно. Все спят. Потому что я этот сэмпл сначала, вот под конец я его прям уже расслушала, мне прям понравилось, как звучит, да. Он идеально, знаешь, вот этот сэмпл, он какой-то вот его, вот по чуть-чуть его в конце, в каких-то таких знаковых местах было бы идеально, да. А так эта песня в начале, она меня так закумарила, я прям... Не смотри, этого не видишь. Ни в коем случае. Вот, закумариваю, я думаю, они еще и шепчут, думаю, все спят. И я такая, да, надо тоже. Надо тоже спать. Но под конец, вот она, вот особенно под вот этих шепотков, да, все спят. Тун-тун-тун-тун-тун. Да, та-та-та-та-та-та. Давай посмотрим, про что. Мы с тобой сейчас будем слушать активно, потому что, ну а что еще делать? Everybody's sleeping. Everybody's sleeping. Точно, ты прикинь. Everybody, это everybody. Короче, ты знаешь, как оно... Мы с тобой сколько раз уже замечали эту фишку. Первые песни с альбома, про них написано вот столько. Под каждой строчкой эти белые вкладыши, ты их читать замучаешься. На первую песню минут 20 обсуждения тратишь. А потом... Люди, короче, служат такие, ой, да тут про то, знаешь, сами себе, и ничего не добавляют особо. Смотри, ну, посмотри, ну что это? Ну где? Где объяснение? Почему? Ни разу не было такого, если только песня не супер такая стрельнула. Не было вот таких вот наборов. Я пишу треки, не пишу... Я пишу треки, а не картины, да? И то, annotation is not reviewed. Егор ведет параллель с музыкой. После фристайла он считает свои текста на уровне картины Мона Лизы. Хорошо. Картина Мона Лизы является самым популярным произведением искусства в мире, считается шедевром. Хочешь, я расскажу, как Мона Лиза стала популярнейшим произведением искусства? Ты сейчас скажешь, ой, не надо! Поздно, сейчас расскажу. Короче, Мона Лизу нарисовали, Леонардо да Винчи такой, все, она такая нарисованная, висит в музее, в Лувре, по-моему, да. Да-да-да, висит, и все, и в какой-то момент все ходили такие, Мона Лиза, круть, пойду там к Тициану, постою у него там интереснее, там мужики и все такое. А и все ходили мимо нее, вообще ее не замечали, она была обычнейшая. Потом однажды какой-то мужчина, итальянец, по-моему, да. В общем, он решил, что картина Мона Лиза должна быть на своем месте. Либо Мона Лиза, либо еще какой. В общем, картины должны быть там, где они были нарисованы, на своем родном месте, месте силы. В общем, он устроился, возможно, туда работать, в Лувр. Если я, это не, в Лувр, не Лувр, то ты меня прости за дезинформацию, но история сама реальна. Реальная история, никакой желтой прессы. Вот. Устроился, значит, он работать с охранником. И пока все ушли, он, значит, спрятался то ли в шкаф, то ли в какую-то подсобку. И вышел ночью, стащил ему нарезу и ушел. Нашли ее, по-моему, даже не сразу. Но потом, когда ее нашли, естественно, все газеты это растрезвонили. Она стала такой популярной, что к ней просто те, которые мимо проходили к Тициану, они стояли в очереди вот в этой километровой, чтобы посмотреть на нее. Да, вот вся фишка этого популярного произведения. Вот такая. Как тебе? Нравится? Как тебе такой Илон Маск? Тебе устроит такой, такой секрет успеха? Ты мне напиши. Ладушки, мама Макуса. Посмотрим, что она нам предложит. Давай. Ба-банк, белый, это пау-пау. Банк это типа на все деньги. Его тело пау-пау, я был первый. Ба-банк, белый, это пау-пау, белый, сука, попал. Его тело пау-пау, я был первый. Спросишь, что в моем банде, это пропан. Ага, да я шутнул его просто так for fun. Это не Fortnite, бой, это был напалм. Большой дик вернулся, есть бичам back in town. Не спрашивай меня, что в моем капе. Нет, ты мне не против.
брол, оу, нет, ты мне не братик. Мне похуй, я контролю этот наркотрафик. Президент очков, goddamn, плотный график. Come on, bitch, давай, тряси этой лафи-тафи. Кто-то что-то пизданул, я съем тебя, МакМаффин. Эти капли крови, они падают на кафе. Твой шутер полный дятел, бой, он полный вахи. Отправлю на тот свет, ему не поможет ангел. Нам не столько ювелирки, водопад, ангель. Так много работал, что я сжег свой диджей-скейл. Упс, мои Хиросимы, Нагасаки, Думсдей. Твоя хоу лаки, саки-саки каждый Тьюздей. Вычисляю фейк, сразу у меня есть X-Ray. Мама-са, мама-макуса. Ты знаешь, откуда это у Рианы я слышала? Там, please don't stop the music. И там, мама-са, мама-макуса. Нифига, ссылочка. Как это, press F to respect. Спасибо, слушаем. На небеса. Мне не нужна любовь, мне нужна всего лишь дырка. Сегодня азиатку или шоколадку Милка. Все понятно. Ты брокбой, мэн, ты лузер. Жасовый. Собираю пузи. Поймал эту блять, она не говорит по-русски. Да ёб мне голову, пролил сироп прямо в джакузи. Ты мой младш, я твой старш. Дэм, твоя мама, моя секретарш. Fuck what you say, мы оба знаем, это лажа. Не подходи ко мне, бич, у меня заряд. Они качают головой, как будто играет дабстеп. Клак и малэп, yes, бич, I'm strep. Головой, как дабстеп. Я сидел в тюрьме так, что похоже, что я зэк. Помню, как малые во дворе искали чек. Помню времена, когда мой бро варил мой крэк. Приятно познакомиться, меня зовут Олег. Трэпил heavyweight, мама, я не человек. Ничего не поменялось, я на кухне. Ничего не поменялось, я преступник. Поменялись только деньги с желудок. Извиняй меня, Кизару, ублюдок. Когда учился в школе, я ходил училку. Даже так? Теперь так много денег, я дохнул училку. Стреляю в них, но я не стреляю в сигу. Зафинесил плага, я въебал барыгу. Я инопланетянин. Да мы получаем мани. Ты промазал, это тайминг. Только его яйца, и теперь он занят. Я думала, тут по как раз по таймингу подходит. Ну, вы хитрый мужчина. Хитрый рэпер. Вообще прикольно. Песня огонь. Мама сэй, мама са, мама куса. Мама сэй, мама са, мама куса. Дай посмотрим, про что. Почему именно так? Там всего одна строчка. Мама, мама макуса. Прикол. Так, вот, вот смотри. Ладно, чуть побольше. Давай вот это, самое большое почитаем. Я сидел в тюрьме. Блин, мы с тобой столько эту историю. Ну, давай еще раз почитаем. В возрасте 16 лет Олег понимает, что ему придется снабжать самого себя, так как правительство вешает долг на маму Олег в размере 6 миллионов евро. Нет, мы с тобой эту историю не слушали, не слышали, не знаем. И он решает переехать в самый криминальный район Санкт-Петербурга, покупать свою первую партию каннабиса, начинает свой путь дилера. Просто путь ниндзя, а тут путь дилера. Ну, Кизару там есть? Кизару, он же вроде ниндзя. У меня вообще язык запятык языкается. То Кисару, то Кинзару. Короче, все плохо. Ты этого не слышал ни в коем случае. Вот видишь, что плохо. Нелегальный бизнес Олегу начал приносить хороший доход. К нему он нагрянул. ФСКН. Ага, и ему пришлось убежать. Мы это знаем, мы все это смотрели. Ты на канале найдешь все. Мы смотрели всего Кизару, какого только нашли. По-моему, все смотрели. Ну, в общем, мне понравилось. Мама сэй, мама сама куса. Да. Скажи, что это из этого. Ты понял? Вероятно, так как другой информации насчет этого просто не найти в интернете. Отсылка на бэк-вокал из песни Майкла Джексона «Wanna be starting something», появляющаяся ближе к концу трека. Хорошо, значит, Риана брала у него, потому что Майкл Джексон оригинальный, так сказать, аутентичный. Хорошо, «Бандана», смотрим, топовый, заглавный трек. Ну, о, «Восток», «Ориентал». Что, не зарядились с чем-то? Помню времена, когда мне было мало. Сделал голову и пахал в баньян. Пару лям, много пармезана. Молодой Сусана, я учиха после Зана. Все идет по плану, на бите Монтана. Голова бандана, позе не нужна охрана. Сына мне, да я начал бегать рано.
чеку, кошельки так выпирают из кармана. Там мы курим лав, там мы курим сазы, там мы курим шабы и глазам пизда отказ. Миша съел ксанок, Миша после занов, Миша после баров, слышишь, Миша после баров. И на мне ебанда. Что в моем стакане, это не простая фанта. Она так сосет, ей надо нашел талант. Но мы с ней не пара, понял, после пары фанта. Сука, ты не мой партнер. У меня был белый, ты последний партнер. Но я был белый, сделал это мама. Все идет по плану, это бандана. Помню времена, когда не было лего. Теперь они хотят сидеть на члене у Олега. Все, что я делаю, фу эго. Они не врубают в это парень, мула пустит мое эго. Улицы не спят, я солдат, это бандана. Мои кусты слева и кирпичи справа. Мускулы на пачке, стресс на карманах. Теперь я об этом белый, не могу тебя понять, окей. Много снега, даже блин, середине лета. И рэп не стоит даже моего браслета. Ебаса, ты герой, вот, молитва, да, прикольно. Масону номера, я про гесы и щит. Много спеди, но мне поебай на них. Бандана, я после добрана, да, я топ-сана. Не перестану, я начал так рано. На бога, да, это ома мама. Ла-ди-ди-да, да-да-да-да. Ла-ди-ди-да, да-да-да-да. Ла-ди-ди-да, да-да-да-да. Ла-ди-ди-да, да-да-да-да. Бандана, на-на-на-на. Бандана, на-на-на-на-на. Бандана, на-на-на-на-на. Бандана, на-на-на-на-на. Бандана. О мой бог! Да, хорошая работа, Олег, отлично. Хорошо, это следующая, если следующая песня, то отлично. Короче, она такая туру-ру-ру, туру-ру-ру-ру-ру-ру. Отлично, такая, блин, бандана, восточная бандана. Хорошо, мне понравилось, интересно, да. Блин, про что текст? Я думаю, знаешь, мне на самом деле хочется уже, наверное, больше послушать, так что текст это последний, который мы с тобой... Возможно, это последний текст, который мы с тобой откроем, а может и нет. Вот, ты понимаешь? Сусана! Молодой Сусана, я учиха послехана! Это я знаю кто, я тоже смотрю, о май гад! Знаешь, когда-то давно я смотрела Наруто, мне прям очень нравится Итачи учиха. Вот, один из основных персонажей этого аниме, один из тех, кто владеет Сусана. Это техника, создающая огромное человекоподобное существо из чакры пользователя, которое окружает его, может сражаться на его, по его воле, у него еще есть меч. Однако после использования этой техники Итачи Учиха умер. Ну да, он его использовал прям вот чуть ли не вот так, не при смерти. И тейп таким образом говорит о том, что после приема Ксанакса он начинает чувствовать себя плохо, будто бы умирает. Не умирай, пожалуйста. Еще у Тачи он слеповат был, еще он сильно болел, поэтому ему надо было... Ну, короче, я не буду спойлерить, в любом случае, если хочешь... Если захочешь когда-нибудь посмотреть, посмотришь. Я его обожала, у меня просто было столько фоток в телефоне, у меня был телефон, я даже не помню, то ли Nokia какой, не кирпичный. В общем, у него камера отодвигалась такая, шух, шух, задвижкой. Он был не сенсорный, кнопочный. И он был очень стильный для того времени. Я просто принесла его, все такие, о, вау, телефон. Да, у меня тут Итачи Учиха, знаешь. И когда-то, и было такое время, что я, знаешь, лежу, смотрю на него и прикладываю к сердцу. Видишь, настолько все плохо было в моей жизни. Или хорошо, да, тут уже каждый сам решает. Ну, короче, я рада. Спасибо за Макусу и за Итачи Учиху. Это прям отдельный F. Респект. О, так, помню время, когда не было Олега, а теперь, да, у Олега. Теперь все тусят у Олега. Да, в треке такое же сравнение сделал. Да, я помню, было такое. Хорошая работа Олега, это просто как... Даже не надо ее особо гуглить, потому что это уже настолько стало само собой разумеющееся. Блин, что ты за... Давай, я готова. Ага, ага, хорошо. Так, ой, меня... Помогите. У меня в глазах засияло. Я переключила, у меня пульт. Вот, пульт. Я, короче, могу менять цвета, видишь? Блин, а ты можешь... Только знаешь как? Он что-то странно работает. Рили. Что с тобой не так? Не, реально, вот прямо, знаешь... Я не знаю, у меня, может быть, вот... А, я поняла, почему странно, ты понял? Вот, видишь?
просто любой цвет. Хочешь желтый, хочешь красный, хочешь белый. Какой тебе нравится? Ну, я хочу вот фейт. Фейт, да? Он был у меня вот такой. Нет, давай вот этот. Нормально все. Нет, или этот. Нет, это прям жестко, конечно. Зачем это? Смут. Нет, короче, видео не про то, что я настраиваю свет ни в коем случае. Так, Sleep and Slide. Так, ты снимаешь... Тут есть про песню? Это какой-то очень популярный трек. Прям вот знакомый, как будто в какой-то рекламе его слышала. Уже в России какой нафиг драйв-бай? Что, а что не так с драйв-бай? Драйв-бай распространен в американском гетто метод убийства, когда банда людей на машине заезжает на чужой район, расстреливает своих жертв прямо из окна автомобиля. Да, не надо. Не надо драйв-бай, отлично, меня устраивает. Ну, в общем, эта песня, она такая игривая, да? Настолько игриво, что даже я пропустила весь текст. Что-то там про убийство. Драйв-бай, все, мне этого хватило. Так, Эндрю Стори, сейчас послушаем. Посмотри на цвет мой Yellow Diamond Pikachu. Помню времена, когда мы спали на полу. Я прыгнул из кухни, приземлился в бандлику. Ты сказал нет на коте, но я так не могу. Слышал, что ты слил кента, мне это не знакомо. Нелегальный бизнес, эти мувы вне закона. Если продавать, то продавать только за много. Я помню Андрея, он держал пакеты дома. Дома, дома, он держал пакеты дома. Дома, дома, он держал пакеты дома. Дома, дома, он держал пакеты дома. Дома, она медленная. Су-су-су-су, нахуй крысы, нахуй су-су-су-су-су. Мой чай попает ту-ту-ту-ту-ту. Я научу шу-шу-шу-шу-шу. Покажу тебе, как хасы делают гопы, как стреляли. Как обойти законы, повернусь, и время вспять. Дом в Европе, пару тысяч на ногах. Скажи мне, он с улицы или все же он богат? Оба варианта, я солдат, я им салат. Если бог и дьявол есть, то я их адвокат. Я кричу fuck 12, на мне Rolls, Joe, Cuban, Lin, Chain. Who the fuck are you, скажи мне, homie, ты чей? Drive-by, свернул на highway. Ты спросишь which way, bitch, только that way. Я же говорил, не держи пакеты дома. Что полпинты или нажимный бэк, выпало это ком. Все пакеты дома, все пакеты дома. Все пакеты дома, все пакеты дома. Все пакеты дома. Вернулся на бенд, а там я считаю лицу. Я влюбился в это, не могу остановиться. Мой карман толстеет, ведь он любит эти чипсы. Тысяча на мне, у Олега висит лица. Получил лямы на изи. Заложник номеров и чисел. Я на тихом этой глизи. Бандана тэпи и кики. Мне нужен семиавтоматик, yeah. Я палю по ним в упор, yeah. Сделал гвалу, засиял, yeah. Добро пожаловать в трэп-дом, yeah. Всё, это уж лучше замолчи, займи свой рот, малыш, let's go. Я ему не нравлюсь, потому что трахнул его хоу. Хо. Красиво, она красивая. Вот за счет вот этих, они не были навязчивы, знаешь, через всю песню. Так вот, они не были навязчивы на всю песню. И, и сама история, давай посмотрим, что там за у Эндрю за история такая. Наверное, у него отняли хоу. Я, знаешь, если считать по последним трекам, которые были напеты, подожди,
Название трека переводится как «История Андрея». Андрей Стариков, более известный как Dimebag Plug, участник Benza Gang, отбывающий 5-летний условный срок по статье. Блин, а я не знаю, кто это. Если он про него рассказывает в своем интервью, то я не помню. Если это чисто какой-то чел, вот такой парень. А что у него за история? То, что он сидит? Или то, что вот, смотри, вот лучше замолчи, займи свой рот, малыш, let's go, я ему не нравлюсь, потому что трахнула его ухо. А, палю в него, по ним в упор. Там еще где-то в начале он пропел, да, про него. Посмотрим на мой цвет, my yellow diamond, Пикачу. Блин, я помню, Андрей, он держал пакеты дома. А, ну поэтому, да, он держал пакеты дома, и поэтому он сейчас статью 228 УК РФ хорошо знает. Да, скорее всего, поэтому. Слышишь, что ты слил кента, мне это не знакомо. Нелегальный бизнес – это мувы вне закона. Движение вне закона, да? Если продавать, то продавать только за много. Я помню, Андрей, он держал пакеты дома. Да, то есть я поняла фишку этой песни. То есть у нас все активно, четенько, потому что мы не держим пакеты дома, у нас все спрятано, запрятано, все так далее. Андрей, конечно, да. Андрей там, где... Даже, нет, давай переформулируем. Он делал неправильно, поэтому там, где и должен быть. Потому что он делал неправильно. Но не потому, что он там должен быть. Сложно? Сложно. Ну, ты понял, я надеюсь. Короче, если бы он так не делал, он бы там не был. Потому что если ты рискуешь, то ты рискуешь. Рискуешь, рискуешь. Bon voyage. Будьте прекрасного путешествия. Я закинул пил, танцую шмарин танц. Mercedes Benz 63 GLS. Ну хочешь мой свой, говорил мне лезь. Ты взял половину боя, я забрал весь. Не базарю с ними, я сливаю им всем вес. Будь снова в деле, это feeling amazing. Беру ее сзади и закинул ей эйси. Виви на мне, я сияю как глейсер. На мне карте шторы, на мне камуфляж. Он читал про стики бой, но это был муляж. Я забрал твой кэш, парень, и вошел в гураж. Роблю тебя, парень, не скажу бомбояж. Baby, you must. Мама, я на хасле. Здрасте, а мама, я на масле. Её жопа будто ластик, запнул, не снимая ласты. Классно, сделал это, бывало, сделал пасты. Ровно их почистую, собрал все их богатство. Хотят, наверное, за счет других с ними давно все ясно. Как ты себя ощущаешь, ощущаю прекрасно. Тяжело дышать, мои, но это не астма. Как ты себя ощущаешь, ощущаю прекрасно. Я залил 4 фанта, стало красно. Ебать, я фрейш, я выгляжу пиздато. Я не имею срок, не могу выйти из даты. Хотел ловлю и тон шорт. Сизер, ток-ток смешу. Слышу один, меня мышь. Я полетел бомбой в айоне. Долетающий белый тот фан. Летаем в любую погоду, ты шаришь. Я знаю, ты знаешь, я знаю, ты знаешь. Я знаю, что ты банишь, у кого ты покупаешь. Бич, это бенз, он не Mercedes Benz. Он йог бенд, танцую лав дэнс. Сейчас ел сэн, едем в Джапан. Там твоя супа, потому что она фэн. Я скажу тебе, хоми, дай мне поебай. Я скажу два раза, хоми, дай мне поебай. Я скажу три раза, сука, дай мне поебай. Я скажу четыре раза, сука, дай мне поебай. Они так хотят, но им не понять. Это биг бэйби, тейп твою мать. Трахал твою блядь, я испортил макияж. И потом съебал, это бомбояж. Да, она меня опять в транс. Вот, знаешь, меня ввело в транс Everybody's Sleeping. И Bon Voyage, я не знаю почему, прям. Может быть, потому что поздно. У меня поздно, на самом деле. Меня уже клонит в сон. Но меня клонило в сон и в начале. Но некоторые песни прям зажигают, а некоторые убаюкивают. Вот она такая. Блин, как много написано. Давай, что так, кинул мне Бен, танцуй, лада дэнс. Тейп кидает в девушку пачку купюр и хочет увидеть от нее танец, словно она Лада Дэнс, российская певица, выступления которой часто сопровождались хорошо поставленными танцами. Хорошо. Хорошо, ну да, на танцу. Он кидает-то ей деньги для того, чтобы она ему станцевала. Явно не, знаешь, как из разряда. Там желтые тюльпаны. Что-то другое, более пошленькое. Возможно, он просит под свои песни ее и танцевать.
Знаешь, очень хороший ход рэперский. Петь песни, чтобы потом девчуля под них танцевала. Конечно же, знаешь ли, удаляя, обнажая участки тела. Знаешь, это красиво я заформулировала. Стриптиз. Стриптиз как-то вот стриптиз. А тут... обнажая свое тело. Красиво, знаешь, литературно. Прям как... дайте мне написать новое Тингисерва. Мокей, окей. Последняя песня. Ride or die. Гони или умри. Скачи, либо умри. Короче, посмотрим. По контексту. Тут контекст смотреть надо. Все, я готова. А сей раз, два, сей раз, два, три. Ничего себе. Ты не знала, я из SPB. Эти рэперы все похожи, мини-мы. Все поменялось в наши дни, тяжело быть жив. Да это был обычный день, я помню это как вчера. Mood homicide, с утра до вечера. Мы сидели с ним, да мы думали на пару. Помню, как он мне сказал: эй, йоу, Кизару, ко мне пришла идея. Давай кинем плага, заберем у него все. И мы проверим его плеер. Проверим его оружие. Проверим его. G-G. Придем к нему, пока он спит. Нет, я не могу ждать, давай уроним его дор. Хотя нет, давай уроним целый двор. У тейпа есть обрез, готовы встретить их в упор. Они просят о пощаде, но я перевел затвор. Забегаем, берем все, уносим ноги. Неприметный Логан будет ждать через сплошную на дороге. И что в итоге? Мы имеем налик дом, забрали всю добычу, оки-доки. Я нажимаю в пол, и мы летим по встречной. Только что оставили всех этих опов вечность. Когда мы дуо происходит нечто. Во рту погодуло, это жизнь так скоротечна. Посмотрел на время, это время делает цифры. Говорю на кодах, и мне понять эти шифры. Это дерьмо и редко, мы белые тигры. Снял его как кадр в его фильме, это титры. Мы курим индо. Эти белые не понимают мою линго. Эти малыши играют в игры Simple Dimple. Я играл с суками, прости, мама, я пимпл. Пимпл. Она все ниже и ниже. Пимпл — это сутенерил. Я помню слово но такое. Но это не лимбо. Мы курим галликэс, мэн, ты куришь только дилдо. Пушисл, манисл, я запустил не фисл. Блин, какой-то, знаешь, пим, прям я классический. Я влюбился в ней, но не могу закончить бэнгер. Чтобы они ходили, да мне надо было бегать. Те, кто не стоят на этом паре, ют как кегли. На квартале жарко, находился в самом пекле. 45 градусов, демоны охуели. Я даже не знал, что это такое на самом деле. Кто-то не уверен. Пусть покажет время. Давай кинем плага, это хорошая идея. Идея. Дэнни, я спустился в ад. Меня встретил дьявол, и я заключил с ним пакт. Я курю нектар, хоу, я курю экстракт. Найки на ногах, иду по небу, это факт. И я don't give a fuck. Тот же same shit, новый день я двинул бак. Не шутил, я шутил, типа я сделал кадр. На плече бандана, мафиоза дандара. Говорит про любовь, но мне это не надо. Ибо ее доги стайл, нахуя помада. Нет, хоу, я не принц, не дать, я не подарок. Летел на Блуме на твой блог и навел порядок. Знаешь, какой-то прям классический биточек. Это еще звуки такие, знаешь, ту-ту-ру-ру-ру. Восточный мотив раз. Был уже восточный мотив два. И как будто бы я вот такие текст-треки, текста посмотрим сейчас. Как будто бы я такие треки слышала в таких старых, таких, знаешь, олдскульных треках, да, вот на... Как раз там, где чернокожие их делали такие треки. Ну, очень понятно. Хороший трек такой, знаешь, выбивается из общей картины, и тем самым он запоминается. Тут еще и Read More есть. Read About. Бандана, рассказывающая историю. Последним треке своего совместного альбома Кизару Big Baby Tape отдает дань уважения Snoop Dogg и рассказывает историю о налете на местного дилера. Ride or Die вдохновлен G-фанком, фирменным саундом 90-х. Я говорю, прям ощущения-то какие. Прям вернули в 90-е. Красота. Doggy Style Snoop Dogg, за продакшн которого отвечал Dr. Dre. Один из самых знаковых альбомов в истории этого жанра. Ride or Die до отвала напичкан прямыми отсылками к Doggy Style, а больше всего к треку Murder Was the Case. А по сюжету Снупа убивает, после чего он попадает в ад, продает свою душу дьяволу, возвращается обратно в мир живых, где он продолжает наводить шум. Хорошая, кстати, такой. Хорошая дань уважения, хорошая отсылка. По сюжету Олег и Егор решили ограбить местного наркодилера. Они устроили рейд на его район, где их встретили во всеоружии.
И судя по тому, что они попали в ад, их застрелили. Но Кизару не собирается задерживаться в преисподнем когда-то, как Snoop Dogg заключил контракт с дьяволом, после вернулся с тейпом на район и порешал плагой всю его храм. Кроме того, по ходу всего трека Кизару с тейпом повторяет фирменные фразы Снупа, имитирует его флоу. Вообще, прям топ. Вот это топ, вот это хорошо. Вот такой расклад, знаешь ли. Давай мы сейчас с тобой тыкнем на какой-нибудь бунвояж. Угу. А зачем я потом картиночку ставлю? Не нужен нам. А мы с тобой послушали трек, 14 треков. Нам самое время выбрать топчик. Топчик, который, я надеюсь, я запомню. Потому что, знаешь, у меня может и не помнится. Так, короче, смотрим. А 99 проблем, это... Сука, в чем дело? Просто, если у меня была бы какая-нибудь награда, я бы отдала. За лучший, сука, в чем дело в моей жизни. Возьми, пожалуйста, забери. Я, да. Нихао тоже была очень хорошая. Прям она была с сюжетом. Сюжетная песня, это круто. Big Timers, я не знаю. Dirty, это загадочная песня. Да, у меня прям все. Иди нафиг. Dirt, загадочная песня. Все еще не понимаю, что там надо. Что там трясти надо. Что именно? Ла-ди-да-ди, да, она была лиричная, с меланхоличной ноткой, да, в стиле Кизару. У него есть такие песни. Это очень важно, да. Когда ты поешь, читаешь про какие-то вещи. Характерный только для нью-рэпа, да, для рэпа в принципе, да, поддерживаешь вот этот стиль, держишься в нем, и когда ты немножечко души вкладываешь в эту песню, она какая-то особенная становится, да, ты начинаешь в нее вживаться и понимать то, что, и понимаешь, что твои проблемы не особо отличаются от его проблем, да, у него какая-то другая обертка, но ощущения и чувства такие же, и такие песни дают тебе релакс, утешение. Да, вот в этом, в этом их плюс. Миллион, мне понравился там тоже такое. Let it go. Не помню, как именно там играл, но в любом случае. Five Nights Crazy тоже очень классная. Everybody Sleeping меня закумарила. Ну, потому что Sleeping. Закумарил меня Bon Voyage. Мама Макуса, очень классная песня. Просто отсылки к тому, что я знаю, к тому, что я должна, в принципе, знать. Бандана, огонь. Вот эти вот восточные ноты, они украсили полностью всю песню, сделали весь альбом, по сути, под такую манеру. Sleep and Slide, там одна модня в этом. Еще где-то, Fight Night's Crazy, там, где мы с тобой едем, в лимузине, в машине без крыши мы едем с тобой. Кабриолете мимо пальм. Красивая песня. Эндрю Стори, кстати, не помню ее, но я запомнила, что он хранил пакеты дома. Вот это я запомнила. Не надо вообще хранить никаких пакетов. Bon Voyage. Да, мы с обсудили. Ride or Die. Это песня в стиле Snoop Dogg. Как раз такая аутентичность, такой оригинальный звук. 90-е, вернулись мы с тобой немножечко сегодня. Короче, мы с тобой побывали много где. Но главное, мы с тобой послушали этот альбом. Я слушала первый раз. Ты смотри, как я себя готовила с 19 октября к этому моменту. Не слушала. Я слушала старые песни со старых альбомов. Заслушала бесконечность, можно сказать, до дыр. Мне прямо она нравится. Даже вот если в инсте моей бываешь, я там даже выставляла пост со строчками. Видишь, настолько она мне нравится. А то, что я оставляю пост, это очень редко происходит. Надо чаще устроить. Ну, в общем, классные. Будем ждать новых крутых вещей. Я буду ждать клипов. Клипов же не было, да? Конечно же, я рассчитываю, потому что мне больше не на что рассчитывать. На тебя, конечно же, мой дорогой друг. Потому что мне все равно непонятно, кто там что выпустил, что нужно смотреть, что можно, в принципе, пропустить, да? И пиши в комментариях, что еще интересного ты бы хотел послушать, да? Что бы ты хотел мне показать, и мы с тобой вместе посмотрим, обсудим, там, где надо, потусим, покачаем, поржем, где можно, погрустим, и там, где будет нужно. В общем, у нас с тобой большие планы наперед. Если тебе нравится моя реакция, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши в комментариях, что ты думаешь об этом альбоме, и до новых встреч, пока!